На конкурс «Дети читают стихи» Ирина Габдрафикова, СОЖ номер 4, города Усинска, Республики Коми. Александр Сергеевич Пушкин, письмо Татьяны Конегина. Я к вам пишу, чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня? Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали никогда. Когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать. Думать об одном и день, и ночь до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда не знала б вас, не знала б горького мученья. Другой, нет, никому на свете не отдала бы сердце я. То вышним суждено совете, то воля неба. Я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом. До гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся незримый. Ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд меня томил. В душе твой голос раздавался. Давно. Нет, это был не сон. Ты чуть вошел, я вмиг узнала. Вся обомлела, запылала и в мыслях молвила. Вот он. Не правда ли? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала тоску волнуемой души. Но так и быть. Судьбу мою отныне я тебе вручаю, перед тобою слезы лью, твоей защиты умоляю. Кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю. Но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю.